«Красный луч» стал первым городом, с которого стартовал республиканский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Солнечный круг». Мероприятие проходит под патронатом главы ЛНР Игоря Плотницкого. Цель – развивать и поддерживать творчество юных дарований Луганской Народной Республики. Открытие фестиваля состоялось во Дворце культуры имени Ленина. Гостями стали министр культуры ЛНР Оксана Кокоткина и глава администрации «Красного луча» Юрий Кондратенко. У нас праздник. Мы открываем республиканский фестиваль. Я хочу поздравить всех вас с началом фестиваля, со стартами. Хочу пожелать вам побед. Хочется, чтобы наши дети были самые лучшие. Поэтому не скупитесь аплодисментами. Они очень талантливые. Сегодня у нас действительно знаковое событие. И вот, въезжая в ваш город, задумалась о том, что, наверное, это не случайно. Мы начинаем наш фестиваль именно с «Красного луча». Посмотрите на наше солнышко, на нашу эмблему. Ведь наше солнышко состоит из множества лучиков. Вот именно сегодня очень символично, что наш фестиваль стартует именно с «Красного луча». Сегодня у нас очень почетная миссия и очень серьезное жюри. Поэтому я хочу вам пожелать удачи, а родителям держите кулаки. Атмосфера праздника царила на сцене. Хореография, вокал, инструментальный жанр – все слилось воедино и дарило радость присутствующим. Творческие номера участников приводили в восторг зрителей, а те, в свою очередь, не жалея ладоней, засыпали юных артистов бурными аплодисментами. Победителями первого отборочного тура стали в номинации «Хореография» народно-хореографический ансамбль «Радость» с композицией «Солнечный круг». В номинации «Вокал» Екатерина Бжеленко с песней «Орликина». В номинации «Инструментальный жанр» ансамбль «Скрипачи» «Попурри» на танцевальные темы. Победителям вручили подарки. Фестиваль-конкурс будет проводиться в два этапа. Первый пройдет в городах и районах республики в апреле-мае. Победители первого этапа примут участие во втором, который состоится 1 июня 2016 года в Луганске. Игорь Плотницкий заявил, что победители республиканского детского конкурса «Талантов. Солнечный круг», занявшие первые три призовых места, получат по 1 миллиону рублей.